почему незаключенные кабинетские торговли, так они смогут сами взяты полета Эйкмана по имени, предложили на рассмотрение другой исключительный проект от ВТБ «Невская радуга». Несколькими днями раньше главный архитектор Александр Викторов, совершая журналистами водные экскурсии по Неве, заявил о готовности массировать требованиями высотного регламента ради театра балета. На последнем горсовете глава КГА стоял право игнорировать требования регламента еще для того исключительного объекта 55-метрового административного корпуса Невской ратуши. Это знаковая страница для города, объяснил Александр Викторов. Знакомым полностью называли и недавнее заявление губернатора Клиенко, призвавший положить конец строительному произволу этого газета. И слова губернатора про необходимость архитектурной цензуры, полученной Горсовету, кита, через которую не проскочит ни один метр, который бы нарушал панорамы города. И клятвенное обещание Клиенко не будет лично отвечать как губернатор за то, что впредь никому не будет позволительно допускать архитектурных ошибок с точки зрения нарушения высотного регламента. Здесь же наш мастер-классик, кто в ответе за Петербург, архитектура города-призрака находится в руках чиновника-призрака. Продолжение архитектурной темы в новой газете. Вообще, надо сказать, что о Невской ратуше сегодня пишут все крупные газеты. Вот, например, «Коммерсант», «16-я полоса», «Принцип», «Дезинанты», «Смольный» и «Вкушаю» Невской с высотными надбавками. И «Коммерсант» приводит заявление руководителя архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Елена, который неожиданно на пятничном горсовете поставил вопрос о недопустимости такого отношения к регламенту. Чтобы не было искушения, нужно прорегламентировать процедуру отклонения от правил, иначе мы поставим город в жесткое положение, учитывая жесточайший правовой индивидуум среди заказчиков. Вот здесь не стояла.